профессии я ветеринарный врач. Соответственно, кинология является смежной профессией. И с детства были мысли посетить службу, но у девчонок такой возможности не предоставляется, поэтому органы осуществили мою мечту. В системе я служу уже почти 3 года. В конкурсе красоты меня попросили поучаствовать кадры, потому что увидели потенциал, знают, что не боюсь сцены и в целом не отказалась. Я ходила на репетиции, я буду танцевать. Петь меня нет таланта, поэтому буду показывать свои танцы одна без группы поддержки на сцене. Предполагаются 3 номинации. Это «Мисс УИС», первая «Мисс УИС» и вторая «Мисс УИС». Кроме этого, мы предусмотрели еще 2 номинации. Значит, по результатам интернет-голосования, которое проводилось на официальном сайте УФСИН России по Вологодской области, мы изберем здесь сегодня «Мисс интернет-голосование». По итогам результатов служебно-боевой подготовки, профессиональных знаний, мы изберем мисс мастерство.